Наверное, трудно комментировать такие матчи. Тем более еще опять проигрывать. Ну, единственное, что вот по сегодняшнему матчу. И ребята молодцы. Опять же, проиграли. Ну, что поделать. И хотел бы поблагодарить наших болельщиков сегодня. Очень приятно удивили. До последней минуты. Вот так и должно быть. Спасибо. Ваши вопросы, пожалуйста. Не забудьте микрофон попросить. Да, пожалуйста. Команда действительно была достойна сегодня лучшей участи, но что вы скажете, чего все-таки не хватило на самом финише? Везения, физической подготовки, взаимопонимания, каких-то других качеств. Вы ведь в концовке рискнули и перешли на игру в три нападающих. И было давление, и была возможность того, что матч все-таки закончится в ничью. Но опять не получилось. Почему так долго не везет все-таки? Корни невезения в чем? Спасибо. Знаете, думаю, немножко психологически чуть-чуть подсели. Начали цепляться, наверное, скорее всего, за результат. И чуть-чуть сели низко. Вот в этом только. В любом случае, надо было какое-то время перетерпеть, но вытащить игру хотя бы в среднюю зону. А так, что по сегодняшнему дню? Даже... Я думаю, что сегодня и характер был, все было. Ну, знаете, как когда-нибудь, если будет все время относиться к игре за сборную вот с таким отношением, то я думаю, что удача повернется когда-нибудь. Она не может обойти стороной, когда такая сама удача у людей. Она просто все равно повернется.